Здравствуйте, представляем котел на 200 литров пароводяной с ручным опрокидыванием, с механической катализатором опрокидывания. Это кран слива ДУ-40, это пульт управления, это, значит, у нас заливочная воронка и расширительная. То есть сейчас залита вода для проверки, то есть сюда подаем воду сейчас и включаем нагрев. То есть включаем нагрев и поднимаем параметры выше заданного температурной датчика. Держим. То есть горит желтая лампочка, значит показывает, что достигла верхнего заданного уровня. Так, выставляем в пределах 80. Все, включаем. Сейчас запоминаем S. Все, идет нагрев. То есть сейчас идет нагрев 21 киловатт. Так, пошла устойчивая струя пара с воронки, ее перекрыли. И создаем давление в рубашке. То есть растет температура. То значит показывает, что работает сейчас ретена по 7 кВт, 21 кВт. Мешалка у нас, значит, получается реверсная влево-вправо. Вот сейчас растет давление. Растет давление. Подавление плюса котел. Это краник, значит, нижнего уровня, это заливочная воронка и расширительная, это клапан аварийный, манометр для контроля давления в рубашке и реле давления. Так, крышка состоит из двух половинок, быстро разборная, разбираем, снимаем. Значит, мешалку у нас, значит, включаем в одну сторону, регулируем резистором, либо медленней, либо быстрее. И другую сторону переключаем. Так, она разбирается на клампе, то есть если что, можно ее поменять, чтобы помыть котел. То есть крышка двух половинок поставили, зажимы закрыли. Так, сейчас идет у нас, значит, поднимается давление в рубашке, когда дойдет до параметра, переключится. То есть сейчас показываю, что греет максимальный нагрев. Давление растет в рубашке. На 0,5 должно переключиться на минимальный нагрев. Все, переключилось на минимальный нагрев. И потом, когда упадет на 0,1, включится опять на максимальный нагрев. Ну все, так, котел выключаем и сбрасываем давление. После работы надо обязательно сбросить давление. Все, котел готов к работе.